Привет, Денис. Привет. Меня зовут Рина. Не спрашивай откуда, но я знаю, что тебя сейчас парит. В смысле? У тебя в сумке 2 билета в дельфинарий. Не понял. Откуда ты знаешь? Ты что, следишь за мной? Нет, все немного сложнее. Напротив нас сидят 3 девочки: Вика, Катя и Соня. Ты кто такая вообще? Ты мучаешься и не знаешь, кого из них пригласить в дельфинарий. Ведь если пригласишь одну, и она откажет, другим предлагать уже стрёмно. Ты чё, мысли умеешь читать? Ой, только не надо опять орать, что я сумасшедшая. Ты реально чокнутая какая-то. Хочешь, я тебе помогу? Как? Вот. Ну, старый хлам какой-то. Он не тикает даже. Ты нажми на пимпочку сзади. Теперь у нас есть 3 минуты, которые потом отмотаются назад. Чего? Они у нас будут и останутся в память, а у других исчезнут, испарятся. Этот будильник неведомым образом создает временную петлю. Блин, ты реально больная какая-то. Больная? Помогите! Я больная? Я сумасшедшая! Беги, пока не покусала, и ты тоже болеет, и курит. Ой, как их легко напугать-то. Как и тут снова? Тихо, смотри. Теперь ты понял, про что я? И не бешеная я. Я просто прикололась. Приколы у тебя. Ты ж всех напугала. У них этого ничего нет. Это помним только ты и я. То есть про петлю времени это правда? Еще проверим. Не, хорош. Я допер. Откуда у тебя такой гаджет? Мне нельзя про это говорить. Ясно. А использовать его можно? Ну, не запрещено, если цель помочь человеку. То есть я могу сейчас включить этот будильник, подойти к Вике, спросить, пойдет ли она со мной в дельфинарий. И если она меня отошьет, ни она, ни остальные не будут это помнить? Да, все так и будет. Это мега круто! Только помни, надо уложиться в 3 минуты. Да помню я! Подходишь и сразу по делу говоришь. Блин, да само собой! Все, я поехал. 1, 2, 3, пуск! Привет, девчонки. Привет. Привет. Как у вас дела? Да нормально. Был, пока ты не подошел. Вик, я давно хотел тебе сказать. Ой, какая милота. Ты мне нравится, как ты шутишь. Да неужели? Ну, ты сама мне нравишься. Божечки, когда мне кто-нибудь такое скажет? Не удивил. Я многим нравлюсь, Дениска. У меня есть 2 билета в дельфинарий. Может, пойдем? Слушай, я сегодня занята. А завтра? И завтра, как назло, весь день расписан. Это не страшно. Билеты подарочные. До 1 сентября можно в любой день пойти. Слушай, знаешь, у меня так мало свободного времени. Ни одного дня из 1,5 месяца. Боже, неужели непонятно, что я тебе динамлю? Почему? Да ты посмотри на себя, ты мне совсем не нравишься. Блин, это Вика хоть красивая, но характер капец. Да, это точно, но зато минус одна, становится проще. Зато Соня видно, что Вики прям завидно. Надо к ней подходить. Надо, значит надо. Давай, вперед. Всем привет. 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 А я смотрю, вы не вы. Говори, что хотел. От тебя, Викуля, мне ничего не нужно. Я к Соне. Ко мне? Ой, как приятно. Соня, ты очень привлекательная девушка. Спасибо, ты такой милый, Денис. Ты давно мне нравишься. Ой, а я так давно мечтала услышать эти слова. Правда? Да, вот девчонки не дадут соврать. Тогда я хочу пригласить тебя в дельфинарий. Там будет классное представление. Это супер! Девочки, вы слушали? Значит, идем?
Да, конечно. Но сначала хочу познакомить тебя со всеми подружками и одноклассницами. Зачем? Пусть завидуют, что у меня есть парень. Парень? Да, еще надо тебя представить моим родителям и бабуле с дедулей. Мы... ты... слишком торопишься. Денис, я ждала тебя всю жизнь. Отстань! Она же вроде согласилась и так обрадовалась. Ну да. Так что, определился? Идешь с Соней? Если честно, немного сомневаюсь. В чем проблема? Она такая быстрая. Я боюсь, что не успею оглянуться. Как я на ней женюсь, и у нас двое детей. Да, тогда лучше проверить третий вариант. Катька? Знаешь, она вообще мне ни слова не сказала. Это ты к ней просто не обращался. А она, видать, девушка скромная. Да, после Сонькиного нападения скромность в самый раз. Тогда давай. Всем привет. Привет. Привет, Дениска. Привет, Катя, у меня к тебе есть дело. Какое? Не лез бы ты к ней. Я сам разберусь, кому мне лезть, а кому нет. Правда, Дениска, не надо. Слушайте, вы чего заладили? Это наше дело. Кать. Что? Ты давно мне нравишься, я хочу пригласить тебя на свидание. Свидание? Ну, сходить вместе в дельфинарий, там будет классное представление. Я бы с удовольствием, но... Ну вот и договорились. У меня папа строгий, он не разрешает мне с мальчиками. Откуда он узнает? Не надо было этого делать, за мной же папа наблюдает. Эй, ты! Ты что, свои ручонки распустил? А ну пошли со мной! Пошли со мной! Это хорошо, что Катькин папа ничего не будет помнить. Нафига ты обниматься-то полез? Знаешь, действовал решительно. Угу, и по шее получил. Но ничего, до свадьбы заживет. Знаешь, я слегка разочаровался в этих романтических отношениях. Ты думаешь, ни с кем из них ничего не получится? Чё-то пока одни проблемы получаются. Пропадет второй билет. Вот молодец, Дениска. Какую девушку себе нашел? Ага. Большинство, да, к сожалению. И ничего нельзя сделать? Только очень стараться и надеяться на чудо. Стоп! Снято!